Здорово. Сейчас я покажу вам очень простой и эффектный фокус с картами. Мы берем обычную колоду карт и достаем оттуда все карты. Коробку мы закрываем и откладываем в сторону. Теперь мы будем использовать три туза всей колоды. Это туз пик, туз крестей, туз пик. Вот наш сейчас туз крестей и туз бубей. Вот наш туз бубей. Колоду мы пока отложим. Смотрите очень-очень внимательно за моими руками. Мы берем наши три туза. Туз крестей, туз бубей и туз пик. Мы аккуратненько складываем эти карты, переворачиваем и в хаотичном порядке засовываем в колоду. Все мы аккуратненько складываем и делаем рифу шафу. Теперь мы подснимаем разок и даем зрителю выбрать в этой колоде туза бубей. Просто найти туза. На самом деле, сколько он бы мне искал туза бубей, он просто его не найдет. И сейчас вы, может, подумали то, что у меня в руке карта. Нет, тут ничего нет. Смотрите. Зритель найдет туз пик, туз крестей. И вот туз червей, который мы не использовали. Но туза бубей здесь просто нет. В этом фокусе не используют никаких гиммиков. Обычная колода. И смотрите, мы даже можем попросить зрителя достать отсюда, с коробки, как вы думаете, что? Правильно, туз пик. Туз бубей. Вот такой вот прикольный фокус. Всем спасибо за внимание. И сейчас будет обучение. Для этого фокуса вам необходимо немножко укомплектовать колоду. Мы берем обычную колоду карт, перетасовываем ее и выбираем 4 туза. Туз бубей, туз пик, туз крестей и туз червей. Берем мы туза бубей и кладем в самый верх колоды. После чего мы берем туз червей куда-нибудь в верхнюю половину. Потом уже без разницы пониже туз крестей и туз пик. Задвигаем все карты. Смотрите. Дальше вы это все кладете в колоду себе и закрываете. Все, теперь вы готовы к фокусу. Дальше идет сам показ. Мы достаем нашу колоду. Но достаем не всю. Вы открываете колоду. И у вас сверху лежит туз бубей. Вы всю колоду достаете, а верхнюю одну оставляете в центре. Ой, в коробке самой. После чего вы кладете колоду сюда, а коробку закрываете. Самое главное, чтобы зритель не увидел туза бубей. А дальше вы говорите, то, что сейчас мы выберем три туза для фокуса. Это будут туз пик, туз крестей и туз бубей. Действительно, сразу после того, как вы скажете туз бубей, зритель начнет представлять этот ромбик. Правильно. Если у вас колода стандарт. Не знаю, как с другими колодами, но этот фокус можно будет показать только со стандартной колодой. Где индекс у вас стандартный. Вот вы ищете колоду. Вот показываете вы туза пик, туза крестей. И дальше вы знаете то, что будет туз червей. Вы просто немножко на себя колоду переворачиваете. И все, зритель, то есть, уже не видит, что у вас здесь за карты. И вы достаете туза червей. В данный момент у меня туз червей все правильно лежит. Он так и должен лежать. То есть вот этим сердечком, хвостиком на зрителя. Если он лежит у вас вот таким вот образом, не нужно его переворачивать, как-то рыпаться. Я вам покажу немножко, как по-другому сделать. Смотрите. Вы берете три карты, колоду вы откладываете. И делаете такой расклад. Туз пик вправо, туз крестей влево. Закрываете тузом крестей вот этот значок сердечко. И сейчас
И после этого тузом пик вы делаете вот такой вот ромбик. И действительно, как бы там зритель не присматривался, то кажется, что у вас действительно в руках туз крестей, туз бубей и туз пик. После чего вы складываете колоду, эти три карты переворачиваете и засовываете как попало в колоду. Если вы когда доставали и у вас туз червей смотрит на вас, то тогда вы открываете следующим образом. Не вот таким вот образом показываете зрителю, а наоборот. То есть вот так вот. Раз, два и три. Самое главное, это не нужно переворачивать этого туза, потому что вы просто спалитесь. Вот вы перевернули эти карты, все, засунули в колоду в любом порядке и сделали якобы обманные движения. На самом деле уже туз бубей здесь лежит, а эти три туза вам не нужны совершенно. Дальше можете якобы сформировать карту. Все. То есть здесь карты туза бубей нету и не было. А здесь у нас в коробочке лежит, отдыхает туз бубей. Вот такой вот был фокус. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.